Дружными аплодисментами встретили болельщики хоккеистов Красноярского «Сокола», которые в этом году показали лучший результат в истории клуба. Впервые нашей команде удалось завершить сезон на высоком 8-м месте среди 27 коллективов. А в плей-офф красноярцы дошли до четвертьфинала Кубка Петрова. Это событие стало приятным и неожиданным сюрпризом для всех фанатов, которые постоянно заполняли арену до отказа. Хотя сами игроки относятся к достигнутому результату со здоровой долей критики. Могли бы больше, но где-то не получилось, не сложилось. А так, считаю, в принципе, все довольны, все благополучно. На этой встрече руководство клуба поделилось некоторыми планами на будущий сезон. Например, с большой долей вероятности «Сокол» станет базовым клубом сборной России по хоккею на Красноярской универсиаде. В ее состав может войти от 5 до 10 игроков из нашей команды. А вот состав «Сокола» на следующий сезон ВХЛ начнет формироваться уже в ближайшее время. Пока болельщики могут только предполагать, кто из любимых игроков задержится в Красноярске еще на один год. Я уже здесь второй год, и с каждым годом положительная тенденция. И это, в принципе, тоже хорошо. Поэтому дальше я буду думать, что еще будет лучше. Очень приятно, когда полные трибуны и орут, зовут вперед. Наибольшее внимание на встречу у болельщиков к вратарю «Сокола» Юрию Петрову, который чересчур эмоционально отреагировал на третью пропущенную шайбу в свои ворота во время последнего матча с «Нефтяником». Эпизод с его пылкой реакции набрал в интернете более миллиона просмотров. Бросок очередной поворотом. Встреча продолжается 4-4. Еще один бросок. И еще одна шайба в воротах оказывается. У Юрия Петрова. И снова он сетует на то, что перед ним стоял игрок Никита Камалов. И ему было совершенно не видно, что там происходит. И вот так на уровне головы как раз-таки шайба и попала в ворота. Игроки полевые, они выплескивают свои эмоции в стычках, каких-то конфликтах, а вратарь не может их выплеснуть. И получилась такая ситуация, когда вот, ну, у меня первый раз такое, я вот выплеснул свои эмоции. И, ну, главное, болельщикам понравилось. В завершении встречи болельщики подарили хоккеистам большой торт в знак признательности за хороший сезон. И, конечно, каждый желающий смог сфотографироваться и получить автограф любимого игрока. Евгения Шелковникова, Сергей Кузовков и Максим Галат. Новости.